Получил зарегистрированного транспорта, водительских кадров, выданных и утраченных специальной продукции, осуществление функций технического надзора, административной практики, учету дорожных транспортных происшествий, позволяет осуществлять автоматическую фото и видеофиксацию транспортного средства нарушителя в момент совершения одного или нескольких одновременно нарушений правил дорожного движения. То есть превышение скорости, проезда, запрещающегося скорость опора, нарушение пропускного режима для грузового автотранспорта. А еще спидомы можно использовать как дискотечные фонарики. Подсветкой могут использовать два типа подсветки. Одна зумирующая с помощью оптики, вторая с помощью набора светодиодов и лазеров. Например, в данной модели компании Thales используется два набора светодиодов на разное расстояние, а на самое большое расстояние используется лазер, лазерная подсветка. И здесь мы видим примерчик использования этой технологии. Это чудо техники претендует на самый маленький IP-видеосервер. То есть такая вот платка. Имеем сетевые входы и выходы видео. Вот, а к ней подключается обычная модульная видеокамера. А вот еще одна победа китайской мысли. Это видеофон, с помощью которого можно разговаривать. Алло, алло. Yes, I'm hear you. Okay, thank you. С помощью которого можно разговаривать не только между двумя телефонами, но еще подключить его к Skype, к MSN и к другим сервисам. Можно даже смотреть YouTube. Правда, у китайцев YouTube здесь не работает. Вот она победа китайской мысли. Как только можно построить IP-камеру с ИК-подсвет. Время 12 часов последнего дня выставки 5 ноября. 12 часов уже никто не работает, все уже убирают свои стенды. А ковролин выдергивают прямо из-под ног. А вот стенд Hikvision 12.20. Все уже, все выключено, все разобрано.